Слушается ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Соболева Георгия Викторовича. Георгий Викторович, вставайте, пожалуйста. Семейное положение ваше. Сейчас будет представлять адвокат Власов. Понятен состав суда вам? Будут ли отводы состава суда у вас? Я хотел бы высказать слова глубокого сострадания всем погибших.